Да, сейчас 12 часов уезжаем куда-то. Вот. Да. Говорят в Россию, но это мне что-то кажется вранье. Ну нет, ну не будут врать, Игорь, иначе в Россию вывезут. Нам уже говорили тогда тоже. Сначала домой едете, а потом хотели на передок отправить куда-то туда. Дай бы Бог, Господи. Типа на 2 недели. Вот. Но если я на связь не появлюсь, через сутки, через двое, значит, я не в Россию поехал. Вот так вот. А Витя говорит, лучше вывести вас с этого поля. Это вы говорит, прям живая мишень сидеть тут, а теперь А сколько у нас времени? самая верхняя точка здесь, у нас выдвинут. Вот нас сейчас, не знаю, если сразу вот будем вот эти штормы, но я подписывать точки не буду. Ничего не подписывай. Потому что тут каждая подпись, она потом окажется еще раз, как будто ты раз 10 расписался за все. Да-да-да, ничего, мол, я не буду подписывать нигде. Если в штурмовики, так все равно передовую поедем сразу. Это сразу понятно. Ну, Будем. там, может, все равно, Игорь, спецы. Не одних же вас туда пошлют. Там спецы, может, там все оборудовано, может, и... Спецов-то не осталось нормальных. Пришел трещик давно, спецов этих. Если в Россию, то я домой приеду. Я сбегла на пару Ну, дней. Игорь, не надо так делать. По барабану, вообще пофигу. Беда. Господи, когда тут это все кончится, я не знаю. Это очень надолго, эта война. Он же, видишь, Путин сейчас переделает на этот КТО. Контртеррористическая операция будет, наверное. А контртеррористическая операция мобилизованные не присутствуют. Ну и не подписывайте ничего. Вы мобилизованы. Вы пошли по мобилизации. Пускай тут вам тоже мозги не ебут. Вы пошли не по контракту, не по своей воле. А вы так и есть мобилизованы. И за 3 месяца вы не стали спецами. Люди годами обучаются. И то вон, сколько перебили. При них мы как спецы уже. Здесь есть такие, кто 5 минут не выживает. Только приехал, уже готовы, все, домой поехал. Вот так вот.